А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Алекс Стор. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Power Wash Simulator. И сегодня у нас новая миссия — мойка частного самолета за 800 баксов. Посмотрим сейчас, как мы справимся с этой задачей. Фух, ну горка, конечно, меня выбесила с прошлой серии. Ну, как сказать, выбесила, не выбесила. Реально это было по времени очень затратно. Так, продолжить. Посмотрим. Насадка еще осталась длинная. Давайте короткую пока что воткнем. Что за бластер? Реально прям бластер какой-то. Что делаем? Что моем? Дверца шасси. Давайте начнем с нее. Начнем просто с дверцы шасси. Отлично. Что-то не засчитывает нифига. Во, есть контакт. Так, тут, как всегда, куча мелких деталей, судя по всему. Так, шасси цельная фигня, да? Очень хорошо. А это тоже? А, это тоже. Тогда погнали сюда еще. Гидравлика нам пока что не нужна. Мы сейчас чисто занимаемся шасси. Или шасси. Блин, фиг куда попадешь еще. О, есть контакт. Давайте вот эту внутряночку сейчас отмоем по-быстрому, если это так получится у нас. Отсек. Ага. Отсек, значит, отсек. И гидравлику сразу сюда же, чтобы от этой сразу мелочевки избавиться. Так, есть. А гидравлика что у нас там? Черная, вся в саже. Есть. Гидравлика тоже есть. Отлично. Слушайте, какой-то, блин, радар летающий. А не самолет. Так, давайте колеса сразу поотмываем. Так будет проще. Ну тут уже просто куда попали, там и помыли. Так, немножко присядем.
Так, сразу эту гидравлику. Немножко лупанем отсюда. Тупо заливаю сразу все, что вижу. Чтобы было полегче нам. Потому что здесь объектов очень много. Ну, как сказать, объектов очень много. Объект вроде бы один, но по факту барахла тут у него куча целая. Которая очень неудобно отмывать. Так, отсепку помыли. А гидравлику еще нет. И гидравлику помыли, отлично. Так, давайте теперь спереди делать то же самое. Так вот по чуть-чуть проходим, по чуть поворачиваемся, но зато очень много мест можем пройти. Гидравлику отмыли. Уже хорошо. Отсек только остался, по идее, все, да? Еще все отмыли? Супер. Отлично. Так, давайте этот бластер отмывать. По-другому не знаю, как его назвать. Реально бластер какой-то. Нифига, он светится как модно прям. Так, трубочку одну отфигачили, хорошо. Сверху немножко пройдемся. Есть. Так, крепление лазерной установки. Вот кусочек. А, это все одно. Понял. Нормальный такой частный самолет. Подумаешь, с лазерной установкой. Все такими пользуются. Блин, куда его еще позаливать здесь? То я уже не знаю. Что, засчитали что ли? Походу да. 10% у нас всего лишь выполнено. Ржавчина, ты смотри.
Я ж такой смотрю, думаю, это оно так блестит или что, или поржавело. Оказывается, поржавело, зараза. Датчик кабины, куча датчиков каких-то. И все ржавое. Давай датчик кабины. Мы сейчас ржавчину быстро тут отмоем. Есть. Так, вот эту фигню еще. Фиг его знает, что это такое. Проводка фюзеляжа. Че оно все снаружи идет? Какой-то необычный самолетик у нас. Блин, еще есть. Такое ощущение, что оно лучше удаляет ржавчину, когда ты ее подсвечиваешь. Вот прям смотрите, я сейчас провел вообще на изи. Так, здесь те же самые датчики должны быть какие-то, да, скорее всего. Или нет? Я думал, есть какие-то резервные на всякий случай. Походу нет нифига таких. Давай, засчитывай. Блин, туда даже попасть не могу. О, есть. Бластер в этот уперся снова. Так, давайте обойдем на эту сторону. Ну. Да куда там нужно еще? Шарахнуть. А, понял. Не увидел, вы уж простите. Так, а что у нас тут? Лестница. Лесов нет и этой, а подставки этой нет. Нифига, мяч огромный. А, подставка есть. Так, ну давайте, насколько сможем сейчас. Немножко все это дело отмывать. Дальше будет видно. Ну что нам делать? Нужно мыть потихоньку. Потом наверх полезем. Будем там еще топтаться какой-то фигней и страдать. Так, ну смотрите, по полосочку по эту прям вообще шикарно. Вот тут дверь даже есть. Так сказал, будто двери сюда не ставят. Так, теперь с этой стороны то же самое. Кабины какой-то. Ну то сверху проще будет его помыть. Потому что отсюда нифига неудобно. Он скорее всего ржавый, как обычно. Кабина пилота. А там уже фюзеляж идет. Слушай, так мы можем кабину отмыть. Как бы давайте тогда кабину отмоем. Как наверх залезть? Не, давайте подальше. Ух ты, блин, что я сейчас сделал? Пролез как-то так странно. Есть. Так, вот это дело у нас тоже ржавое все.
Мы тут можем вот так вот сделать хлоп. И как-то потихонечку отмыть. Есть. Датчики наши. Заржавевшие. Тоже есть. Сразу так раз, и часть самолета будет чистенькая. Отлично. Там нужно будет тот стульчик, наверное, подставить еще. Так, кабина пилота сработала. Окошко. Так, а рама лобового стекла. Мы сейчас, наверное, домоем ее, да? Каким-то образом. Так, это одна целая проводка, да? Наш вместе идет. Снизу, походу, нужно намывать еще проводку эту. Давайте снизу ее намоем. Может, чуть-чуть осталось, и чего-то не хватает. Отлично, проводку намыли. Так, что делаем дальше? Так, ладно, давайте пройдем по проводке по этой. Потом вернемся. Потому что ржавчина здесь валом. Датчик какой-то. Датчик фюзеляжа? Че, он проверяет присутствие фюзеляжа, что ли? Так, есть. А, мы этот датчик еще даже не отмыли. Проводка. Ну, проводка тут понятно. Ржавчину убрать. И все будет шикарно. Так, проводка есть. Супер. Супер, супер, супер. Давайте здесь как-то вот так вот вниз намоем, чтобы нам снизу было все это отмывать намного удобней. Вот так вот, чтобы не мешало. Лесенка это. Ой, сползаем. Сползать нам пока что не нужно. Так, сюда мы сейчас вернемся еще. Немножко поотмываем. процентов уже. Нормально работаем. Прям работа, можно сказать, пошла.
как удобно. Хлоп. Хлоп. Окошки отмываются только так. Турбинка. Что с ней не так? А, в грязюке в такой. Думал, заржавело. Так, а движок весь, да? Движок получается весь. То есть нет у него каких-то отдельных деталей. Поэтому его помыть, наверное, будет достаточно просто. Или нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Мы, кстати, сверху вроде не отмывали его, да? Турбину эту. Так, погнали снова наверх. Да, турбинка тут грязная немножко. Будто тот же нулях каких-то стоял. Прям зеленое все. Ну. Чуть-чуть давай. И готово. Отлично. Попал вовнутрь. Есть контакт. Давайте теперь здесь еще подмываем что-то. Есть. процентов. Треть самолета уже отмыта, а мы, по-моему, даже половину не отмыли. Но уже треть. Не, ну есть, конечно, мелкие детали всякие, возможно, немного процентов потянули. Гравитационная панель. Фига себе. Так,
Тут что-то уже похуже начинает отмываться. Такое грязюка, что ли? Вроде прошелся, смотрите, сколько еще осталось. Даже незаметно нифига. И еще куча здесь просто. Так, тарелка это. Давай тарелку эту сейчас. А ее же с двух сторон нужно или нет? Или с одной стороны отмывать? Потому что она-то снизу еще торчит у нас. Сейчас отмоется уже. Блин, крыло капец грязное. Есть. Фух. Так, давайте теперь эту проводку отдубасим от ржавчины всякой. Есть. Теперь тут. Снизу такая ржавчина решила заныкаться от нас, да? Так, знаете, мне кажется, наверное, уже можно... лестницу. Да что такое? Не хочет представляться. Куда-то сюда переставить. Здесь уже что-нибудь еще понамывать. Так, что тут у нас по проводке по этой? Если здесь пройтись. Так, я понял. Давай вот так вот. Все, готово. Так, а здесь есть такая же проводка, да? Сразу все отлетает. Хотя, возможно, она не ржавая, нифига. Но отлетает прям с бешеной скоростью. Все, что тут могло быть. Блин, не попадаю. Красный нужен. Далеко, что ли? Реально далеко. Не добивает.
большое расстояние. Так, что нам нужно? А, мы же могли насадку поменять. Так, это не то. Желтенькую насадочку. Давайте потихонечку отмывать крыло наше. Аэродинамический гребень. Отмыли. Есть. Тоже есть. Есть. Отлично. Теперь здесь такую полосочку сделаем. Начнем потихонечку отмывать крыло. Да блин, тут что, тоже проводка что ли? Как она задолбала. Эта проводка. Я уже забыл про нее, думаю, все отмыли, не будет уже. Она тут как тут. Крыло, интересно, скоро засчитывать начнут или нет, потому что объект-то большой. И у нас должно достаточно много грязюки оставаться, чтобы его уже засчитали. По идее. Еще немножко. Я уже и мою так, типа. Там кусок оставил, там кусок оставил. Супер, уже не вымываю. Ух, так, есть. Теперь вот это дело. Ржавое. Вот это ржавое дело. Отлично. Так, тут ржавчина вроде как... Особо нет. Потом просто сейчас везде пройдемся по всем частям. Нужно несколько раз так вот повернуться, чтобы все поотмывать, потому что куча плоскостей разных. Ну и как-то потихонечку все это дело отмоем. Есть. Фух, так. Крепление крыла. Почему бы и нет? Почему бы и нет, правильно? Так, что здесь? Датчик крыла.
Ездач крыла. Это что такое? Крепление топливного бака. Надеюсь, оно не заржавело. То ржавчину здесь неудобно будет отмывать. Есть. Очень хорошо. Ого, будто в саже в какой-то. Процентов уже пол самолета отмыто. Идемте наверх, залезем туда, чтобы там еще поотмывать немножко. Нифига, будто стреляли по нему. И хотя больше похоже на какой-то голубиный помет, только черный. Скоро засчитают, наверное. Фух, наконец-то. Так, что, отмываем крыло сверху, наверное, теперь. А у нас тут еще нифига не отмыто. Даже не подумал. Так, а докуда мы тут домыли? Воздухозаборник. Оставили грязным. И как его помыть? Он помылся. Супер. Моющее средство, понятно. Что они нам там писали в прошлых сериях, когда не вдуплился, что мне там пишут. Вроде не сползаем. Тут сейчас еще немножко отмыть. Можно будет все это дело намывать прям снизу. Отлично. Так, турбинка. Как ты себя чувствуешь? Thank you.
нужно было как-то внутри поотмывать. Поэтому пришлось каким-то таким вот образом поступить, чтобы туда добраться. Так, теперь с этой стороны пройдемся. Так, давайте теперь здесь. Там окно помыл, что ли? Так, погнали на крыло. А, нет, мы на турбине тут еще не домыли. Думал, тут уже все у нас. Так, турбинка, что ты мне скажешь? Отмоем тебя сейчас или нет? То вроде как уже немного осталось. Должна как бы отмываться. Нормально отмыл, да? Просто с прыжка. Получилось же как-то. Так, что у нас тут по этой проводке? Ржавой. По-моему, мы где-то здесь не домыли и все. Есть. Отмыто. Самолет наш почти чистый уже. Давайте сейчас тогда проводочку снова. Сейчас со всяких датчиков начнем, а потом уже к самому простому перейдем. Так, где там у нас датчики всякие? Есть. Давайте кастрюлю эту отмоем теперь. Есть. Теперь тут. Блин, тут что-то дофига еще осталось. А у нас столько не намыть, наверное.
Че не помыл? Понял, такие вот краешки всякие еще мелкие. Да, но там что? А, понятно. Прикиньте, какая фигня снизу. Даже не знал, что оно там есть такое. Все отмыли сразу. Так. Любимое крыло. Краешек есть. Так, 73% намыли. Эта часть есть, тут кусочек, такое ощущение, будто оно ржавеет, потому что что-то отмываем, а некоторые части остаются, хотя крыло не может ржаветь, потому что то ли из алюминия, или еще из чего-то сделано. Да, но тут уже толком ничего нет. Через стульчик. Чуть не опрокинулся. Так, крыло, наверное, 25% осталось. Отмывать и будет чистое. О, 80%. Так, датчик этот. Короче, буду как-то так лазить. Так удобней.
на эта проводка. Смотрю, думаю, что за фигня непонятная. Так, крыло скоро уже напишет, что готово. Потому что уже совсем чуть-чуть грязи на нем осталось. Есть. Так, теперь что, проводку намоем. Так, проводка есть. Теперь эту фигню. Так, вот с разных ракурсов. Сейчас как всегда побегаем. И она будет чистая. Есть. Еще где-то частички пооставались. Во, отлично. Так. Любимая проводка снова. Нет, это не все. Нет, это все. Атом с краешку. Так, ну с краешку проводку прошел. Сейчас с другой стороны также сделаем. Отлично. Снаружи помоем, потом фюзеляж у нас, в принципе, будет готов уже. Потому что там уже мыть нечего. Где там лестница? С этой стороны вроде бы. Давайте поближе перетащим. Нифига себе, куда можно залезть. В смысле? Так, поехали. Прыгать. Есть контакт, отлично. Отлично, отлично, отлично. Чё, ржавчина снова? Ничего, сейчас мы с ней разберемся быстро. Сейчас насадку длинную поставлю и все. Чуть за полка. Так. Вот эту чуть подлиннее.
Давайте самую длинную дальше. Не, прикинь, нифига не отмывается. Прикольно. Думал, отлетит только так, ржавчина вся. Так, тогда сейчас насадку поставим такую. Здесь немножко отмоем. Слушайте, мы же можем сейчас наверх залезть. Да. Мыть очень сложно. Так, а нафиг мне насадка нужна? Без нее-то удобней. Два штучки минусанули. процентов почти готово. Чуть отмываем. А нифига, сколько тут запчастей отдельных еще. Но ржавчина сразу на нескольких расположена. Сейчас лестницу куда-то поставим поудобней. Как-то так. Думаю, этого будет достаточно нам. Или нет? Не знаю. Сейчас будет видно. Давайте насадку длинную. Так, ну вот минимум ржавчина мы можем отбить с такого расстояния, это уже плюс. То есть все это дело мы сейчас будем отмывать. Так вот, хлоп. Ну, чем дальше, тем сложнее, понятное дело, но все равно свои задачи исправляется по чуть-чуть. Есть.
Так, тут есть. Теперь здесь. Я сейчас напором собью ржавчину всю эту. Или нет, давайте насадку пока что уберем. Чтоб ржавчину хорошо было видно. Так, вот теперь можно лупить ржавчину. Так, ну, тут типа все. Теперь идем на другую сторону. Такс, тут уже, блин, мимо. Тут уже, да чтоб тебя, как залезть? Тоже ржавчина нас ждет. Прям сходу ждет. Так, а тут ржавчину, в принципе, тоже видно. А, нам все равно нужна длинная насадка здесь. Лупить. Хотя можно повыше залезть, в чем проблема, да? Согласен. Так, руль высоты только остался, и наш самолет готов. Да блин. Домыл. Фух. Может, даже не используем очиститель металла. Тупо так отмываем. Ну что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс и всем пока-пока.